This realm is true. If you ever have any questions about... Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Downpour certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as soon as possible after the rain stops.
to the wind. Boom, boom! Clear weather all around brightens the heart. Time to go. I will have order. Stabilize. One with nature. Fallen leaves. Adorn my knife. Invisible evidence. End knows me. I'm going in. Let's light it up. One with nature. Motion to compel. Привет, Ветик. После Фортнайта голова побаливает, потому что слишком много голосов, и там надо думать. Так что после Фортнайта голова разрывается прям. Поэтому я Фортнайт стримлю с утра только, чтобы под вечер вообще с ума не сойти. Геншин хоть как-то успокаивает. Вот такие дела. За день голова просто разрывается под вечер. Ужасно. Да, это жестко. Ну что поделать? This weather's got me in the mood for reciting some laws. А Боба?
Привет, Абоба. Почему Абоба? Ad Astra Abyss. Абобус, Абоба. I am sorry, but you have... В смысле? Сколько я сделал? Давно не виделись, реально? А, и сколько же давно? Сколько давно, Абоба? Когда-то, к сожалению, я уже не помню. Столько времени прошло, как же я могу это запомнить? Каждый день новые лица, я вообще забываю уже все. Мне кажется, у меня скоро будет этот, как он. Мне кажется, по старости лет я превращусь в овощ. Я ничего не буду помнить вообще. Он спит, не будем мешать. У меня геймпад дергается, он просто наверх вот так уходит и все. Fortnite вообще дергается. С ума сходит прицел. Ну да, надо почаще бывать, просто понимаешь. Как же я могу запомнить? Ты знаешь, сколько мне за день людей заходит на стрим? И это при том, что у меня онлайн маленький. Ты понимаешь, не меньше 20 человек, которые заходят, спрашивают, или поиграть, или что-нибудь, спрашивают совета, понимаешь? И каждому нужно уделять время. Поэтому у стримеров, у тех, которых дохрена онлайна, они на чат вообще, наверное, не смотрят. Ad Astra Abyss. Общаются только с помощью донатов. Thank you for comp- вот так вот. Ad Astra. Так что, я думаю, ты меня поймешь. Но в каком я сейчас положении, там все такое. Так что войди в положение, Абоба, будь человеком. Потратил сокровища обители. Кому боссы нужны? Я пошел на Дуалина. Потом, может быть, на Ждаху. Сейчас на Дуалина схожу, потом на Ждаху там. Туда-сюда. Возьму свою супер-мега-сильную тяночку. Хотя она не такая уж сильная, как у Бебры. Но все же. Хотела бы такую сильную, как у Бебры.
А ты... А ты играешь в Genshin или Fortnite? Ну, а Боба. Understood. I just have to stand here, right? What are my orders? Мне кажется, iHot Bebek никого не заменит на стриме, да? iHot Bebek самая лучшая тяночка на свете. Solidify! Transfiguration! Для чего же еще нужна гонка? Гонка супер не гонка. Ну хотя это не идеал, конечно. Я видел и получше. Но все же. Ну, ну такое. Нет, тут крита нету. Не очень. Кто там хотел? Геншин, наверное, слишком поздно, да? Как вы думаете? Может, стоит включать Fortnite вечером, а Геншин утром? Или не стоит? Тут, по-моему, Гидру и Электро. iHot Bebek, заходите. Или не iHot Bebek там хотел зайти. Кто хотел зайти? iHot Bebek, ты? Же Мифкитян свои кадзухи S100. Только в Геншин зашла. Понятно. Она только зашла в Геншин. Кагема. Кто такой Кагема? If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Это твой друг? iHot Bebek. Чей друг Кагема? Кагема, а это ты? Кагема. Тебе нужен этот... Как его? Почему я не могу включить? Хватит буянить, дети.
беспокойтесь, бабочка тут вас накажет. Нам бы еще одного, конечно, не помешало кого-нибудь, например, за Беннетом. О, Беннет, отлично. Doing detective work means you gotta walk the walk. No, I mean literally. Бери хилера, будешь хилить меня. Бери Диону, там будешь хилить. My pole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the red rope's power. That's why I loathe crowded areas. Надеюсь, мы не сдохнем. Сразу. Кэгимен. Чудо знакомое, но не совсем. Не помню, сори. Сори, не помню. Sorry, I'm sorry. You dare overstep your mortal authority? Gather! Born of ice and frost. Crumble! Next on the agenda. Держитесь от него подальше. Просто собирайте ульту и все. Solidify. Мифки, тянь, не стой на месте, сейчас тебя чпокну. Кинь ульту, ульту киньте, Кагимен, подхилься. Stabilize. Blaze over. We go. There is no atonement for a thousand-year pain. Смотрите, он сейчас будет шарики пускать. Не попадайтесь в шарики. Просто отклоняйтесь от шариков, понятно? Today you witness your reckoning. Отклоняйтесь от шариков. Понятно. Мелькитян, держись. Живи. Изи. Ничего тут. О, вот это да. Топчик. Только мастерство стихии тут не нужно, конечно. Но неплохо. Я вообще за Генши не шарю, я смотрю только потому, что интересно. Понятно. Ятик. Ну. Что поделать, у меня же есть люди, которые хотят Геншин. Только ради них.
А что тебя это больше интересует? Майнкрафт? Или этот, как его? Фортнайт? Эй, я не понял, почему у вас есть хайдзу, а у меня нет. А, сестрима тут. Ну, я стараюсь. Я типа... Стараюсь. Трудно, на самом деле трудно. На самом деле трудно. Честно говоря, я бы лучше пошел работать на завод куда-нибудь. Там хоть по пути на работу и домой можно погулять на улице. А я-то целыми днями дома сижу. Никому такого не пожелаю. Кагема. Кагема. Кейджи. Может, Кейджи Мэн, да? Нет. Мне каждый день, вот уже целый год. Я уже целый год, каждый день. Наверное, за это время с таким количеством стримов у меня был бы уже фолловеров так 100 тысяч. Но это все из-за плохого качества. Или потому что я скучный, там не знаю. Мне кажется, из-за плохого качества. И то, что PlayStation. Уже давно было бы большой онлайн там. Дохрена, дохренища фолловеров, все такое. Берите дамагеров, я буду кидать ульту. Важно, какой стример. Ого. Ятик на стриме только ради меня. Ну, Ятик, я стараюсь, ну что поделать-то. Но больше я не могу. Был бы комп, был бы гораздо интереснее. Так, я возьму Янку. А кто взял Беннета? Мифки взяла Беннета? Пипец. Это пипец сразу. Это сразу пипец. Хорошо, я тебе. Главное, что тебе нравится. А остальное... I promise I'll be gentle. Блин, я артефакты забыл поменять. Counting left. Not bad, not bad. Not bad, not bad. Gather. Да, нормально. Нифига, видели, да, как у Янки летит? Да, Янка имба. Так что я жду первого архонта. Я надеюсь, первый архонт будет как Ян Фэй,
катализатор, там все такое. Катализатор. Настроение. Настроение боевое. Готов проходить данжи закрытыми глазами. Джун Ли? А зачем тебе Джун Ли? Так он же был весной, по-моему. В мае, если не ошибаюсь. Да что, не успел его выбить? Ой, Эдик, ну ты прям меня этот смущаешь. Только ради тебя, Ятик, все мои стримы только ради тебя. Чтобы ты не скучал, мой хороший. И Хот Биверик тоже ждет Джун Ли. Но через пару тысяч лет, надеюсь, он появится. Зачем вам Джун Ли, когда есть Нейлган 11? Кицин? А. Скучно, нет друзей. Ну как так? Не может быть такого. Должны быть друзья. My will embodied. Должны быть друзья. Не может быть такого, что нету друзей. Так, может, на сеньору? Кадзуха крутил клей, а мне выпал S1 кицин. Ого, как тебе везет на кицина. Ятик, как у тебя не может быть друзей, а я что, тебе не друг, что ли? А, Ятик. S1 кицин, а у меня S1 моно. У меня есть все стандартные леги, кроме Чичи. Я бы не отказался от Чичички. I got used to living in the mountains alongside the birds and beasts a long time ago. Чича, милашечка. У меня нет сахарозы. Benny's Adventure Team! Вот Куки вчера свалилась. Тарталью бери. Бери тарталью. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Тарталья. Я вспомнил, как ты на стриме смотрел Мстителей. Мстителей. Я не смотрел Мстителей на стриме. Ты ошиб... Это был не я. Если только кого я ретранслировал, они не смотрели Мстителей. Нет, я не мог смотреть. Я всегда стримил с PlayStation, а тут нельзя смотреть фильмы. Понимаешь? It is the last link I have to the land. Возьми дамагера, я возьму Беннета Кагема. Возьми, у тебя есть топовый дамагер какой-нибудь? Кадзуха? Не, Кадзуха не пойдет. Кто у тебя дамагер, который дает урон? Сяо, ты издеваешься? Бери лучше Беннета. Возьми Беннета. Бери Беннета. My pole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the red rope's power.
That's why I loathe crowded areas. Сначала ешьте еду, там наша скрыта сила атаки, чтобы было больше чуть-чуть. Чтобы нас сразу не чпокнули, как говорится. Не торопитесь, аккуратно играйте. Так, увеличивает... А, один... Thunder! Motion to compel! Pathetic! Weak! Pathetic! Как и мам просто чаще летует. Weak. I will have order. Привет от Рейзера. Привет, Рейзер. Где Рейзер? This world, puff of fleeting shadow. Yeah. All desire can be broken. Stabilize. Yeah. Time for your arraignment. This is just dread. Нет, не забыл. This is order. Solidify. There is no escape. Что делаем? Куда? Где пропадает Рейзер? Эй, Хот Бебрик, там друг твой пришел, Рейзер 817. Который Филипп, не тот, который Киркоров, цвет настроения синий постоянно. Ну чё, готовы? Цвет настроения синий. Кагема отказался. Походу, он не хочет. Кагема, не будешь Сёгун Райден? Тебе не нужен Сёгун Райден? Я тебе говорил, Беннета прокачивай. Где твой Беннет? Алло, мифкица. Почему у тебя нету Беннета до сих пор? На телефоне нет у меня. Телефон не тянет. У меня телефон тупит, он нагревается, и я не могу его держать в руках. Я его использую вместо кипятильника. На нем только ютубчик смотреть. Он даже, когда я помню, тикток смотрел, он нагревался уже. У меня Galaxy S7, Samsung, говорят, первые выпуски этого телефона взрывались. Samsung Galaxy S7. Вот так вот у меня нагревается жутко. Так что, возможно, у меня тоже может быть. Genshin на телефоне. Stabilize. Incinerate. Thunder. Pathetic. Motion to compel. Order guides you. We have everything. Gather. Illusions are but distractions. What illusion? Где крест? Крест? Вот он, вот он. Уйди чаще, уйди чаще. Она приходила в эту группу. Да, я видел. Stabilize. Чё, он качественный? Weak.
This bond is eternal. Through it, follows my blade. Purge all obstacles. Perish. Unraiser. Motion to compel. Everybody stand back. Solidify. Уходи, уходи. Ты не видишь? Ты не... Сейчас будет этот сфера. Сейчас нужно прыгать. Спасибо, Резер, давай не скучай. Eternity is in my hands. Stabilize. Incinerate! Only emptiness awaits. Меня вообще слышно? А? Как дела, Топиджи? Как там Морико? Смола закончилась. Ну ты гений, конечно, используя ее слабую. У тебя все хорошо, замечательно. Как я рад за тебя, мой хороший. Скучал. Соскучился по папочке, да? Ох ты мой хороший. Только ты один остался у меня. Максима и Эрена я забанил, а Элиночка ушла. Ей стало скучно. Помоги волку. А, пойдем на волка. Пойдемте на волка. Волчонок. Нашел себе тяночку, а? Кирилл. Надвалина? А, надвалина только соло. Остался? Да, долго. Очень. Зачем тебе тянка, когда есть я, да? Ну ты ушел, а я нашел себе другого мальчика, так что все уже. Прошла любовь и завяли розы.
Вставай, ничего страшного. Не грусти, топит же. Кому что надо? Океанида. А, пойдем. А у тебя еще осталось смола? У тебя-то смола осталась? Для торта? Ого. Одобряю торт. I had baby, тоже мейнер торта. Я думаю, Тартали тоже имбовый чел, потому что у него есть ближние атаки очень хорошие и дальние. Я бы мейнил торта, честно говоря. Но он гидро. Если был бы Тартали Пиро, это было вообще имба супер круто. Например, дальние атаки, как у Ганьки. А ближние, как у остались бы там. Это же было вообще лютая имба. Мне кажется, и было по нерфилю. Taking a stroll in the middle of a downpour certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as soon as possible after the rain stops. Can't the lift. Торталия супер мега имба. Как гейма, возьми своего лютого дамагера. Не знаешь, какого, ну, лучника там, не знаю. Ну, оставь Беннета. Да, адепта Ксяо вообще какой-то отстой. Я пожалел, что я его выбил. Как-то не очень. Потрачено есть. Отстой, короче, полный. Ну да, урон есть, но небольшой. Постоянно надо прыгать, это не очень. Лучники намного эффективнее. У тебя же даже подобное созвездие нету, как Гемену Беннету. Конечно, можем, да я ж каждый день играю. И ты каждый день играешь. Ты что, стеснялся заходить? Не стесняешь, камон. Ой-ой-ой. Это жаба. Teamwork is dreamwork!
Привет, скрипочка, как дела? Let's see what happens when you lose your foothold. Мне кажется, слишком громко. Понятно. Тут нет ничего стыдного. TOPG. Это нормально. Но не растопляй его, PG. Надо его заморозить. Зайти. Да, скрипочка, ты хотела зайти. Заходи, скрипочка. Окей, геймена нету, походу созвездина Беннета. Беннета тоже нет. Кто-нибудь поругайте, пожалуйста, их от Бебрика, чтобы она прокачала своего Беннета. И раз то уже сказала, она меня не слушает, что мне делать, как вы думаете? Мне надо ей по жопе надавать или наорать? Или куда-нибудь другое место ей надавать? Как вы думаете, он прокачан? Ну-ка, покажи нам Беннета. В друзьях как-то. Что, Леш? Посвящал закаты сабнафтики? Но если хочешь, можешь посмотреть. Они же сохранили сабнафтика. В Ютубе посмотри. Там же с первого стрима осталось же стрим сабнафтики. Сабнафтика у меня еще есть. Хочешь, включу сабнафтику? Ты кто у меня, скрепочка? Так же называешься? Да ты не будешь меня заставлять, я же тебе предлагаю. Хочешь сабнафтику? Я принял тебя, скрипочка. Заходи, товарищ, если хочешь. Мифкитян.
какая у тебя там ночь. Кстати, я подписка Xbox Game Pass Ultimate на 2 месяца. За $1. Нифига себе. А, скрепчик 7 мира. А собачка гуляешь? Да, у тебя, помню, красивый песик. Да, я помню эту фоточку. А, Боба, желаю тебе хорошего настроения. Ладно. Очень дорого, 2 косаря. А как ты так купил? А, Боба, желаю тебе хорошего настроения. Платиру, пока, Боба. Пока, Боба. Платиру. Нифига, надо будет посмотреть. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. А, Боба. Надо зайти на платиру посмотреть. Смотрел трое предвестников, да. Интересно. Но непонятно нифига. Такое себе. Мифкитян, заходи на бебру. Или к скрепочке. Давай к скрепочке зайдем. Кто понравился, да никто не понравился. Да я не знаю, там вообще не шарю. Я просто один раз просмотрел и все. Я даже не вникал. На PS или нет? Xbox Game Pass. Давайте полчасика поиграем, и что-то голова уже разболелась, честно говоря. У меня жарко, у меня 40 градусов жары. Как вам такое? Это люмин. Голова разрывается прям, вообще не могу. У тебя дождь, вот тебе как повезло. У меня душно. Вообще ужасно душно. Я же еще с утра играю, мне голова тут вообще. С грозой, нифига тебе. Я бы не отказался сейчас от такой погодки. На самом деле. Айди, люмин. 729. Ну, я бедный. Может быть, материально, но никак не душевно. А тебе куда-нибудь надо? А, кстати, у меня куртка есть, по-моему. Мое здоровье. Ой, спасибо, Леваш. О, Энтента пришла. Это же Машка.
мое здоровье. Главное, стоит и все. Что еще нужно, да? Главное, с утра стоит твердо, а вопрос, а остальное не важно. Если с утра стоит, то это значит, что я здоров как бык на самом деле. Милая тянка Шиньхэ. У нее глазки такие грустные. Она такая грустная, но в тот же момент прекрасно. Тот же один раз так играл, потом температура. Зато сиськи бы... Ну, Флори Мори, блин, знает, куда надо смотреть. Флори Мори знает, куда надо смотреть, понимаю. Хорош, чел. Хорош. Кого вам еще показать? Шиньхэ, вы увидели? Кицин? Моночку? Моно интересует? Геншин создан, чтобы туда смотреть. Естественно, Геншин создан, чтобы играть за таких милых тянок. Которых у тебя на его нету. Хоть где-то у тебя будут тянки. Если нет до реальной жизни, хоть Геншине не будут. Да. Геншин прям... Этот, как это сказать? Осуществляет мечту одинокого, однорукого бандита там. Все такое, мамкиного бандита. Она что-то идет такая, милашечка прям. Как Флори Мори, тоже однорукий бандит по-любому, да, Флори Мори? По-любому я угадал. Ух, ля какая. Да, вот видите. Так что папочка шарит. Цитаты от людей: если у тебя выбор тянка или рука, выбирай руку, тянка может тебе кинуть, а рука нет. Согласен ли ваш? Одобряю. То цитаты это прям какой-то этот, как-то философ уже. Одобряю, да. Так что рука лучше тянки. А две еще лучше. Они ножки закрывают. Ну-ка за мужика, если сесть. Если за деда сесть. А мужики ноги раздвинули, а девушки вместе держат ноги. А дед так вообще. У него там яйца, наверное, как валун. Он как широко сидит. Винти? Зачем винти? Дед так и ждет, чтобы на него кто-нибудь уселся. Да. Каменные яйца. Это же сколько надо лет воздерживаться от
близости женщины. Бедный дед, может, ему одиноко, а вы не понимаете его чувства за эти 9000 лет ни одной женщины. Поэтому у него стол превратился в камень. Бедолага. Змента, да, вот теперь он Змента усваивает без тянки. А мама? Ты о чем? Эти про другое, а не про это. Ай. О, я завис. Ой, я... Видели, да? Я на миг пропал. Вон, у него летит одно яйцо. Все-таки. А, я понял. Ульта это его яйцо одно. Точно. А почему у него одно? А не два. А где второе? Я теперь понял. У него только одно яйцо. Бедолага. Мужик-то с одним яйцом как-то выживает. Жесть. А, походу, он продал ради Моры. Вот он второе яйцо продал, второе, но и ульту пустил. А свой член на стол поддал. Бедолага. Он... А вот второе яйцо. Или это первое летает у него? Кот срёт, Тянка тоже. Нет, Тянка насилует мозг. Пылесосим сервер. Ох, скрепочка, зря ты пустила мифки Тянка к себе. Мир это пылесос. Каких еще поискать? Так что... Прощай, ресы. Если мифки Тяна в мире, это значит, что прощай, ресы. Кот любит прыгать, Тянка тоже. А ты-то откуда знаешь, Леваш? Откуда инфа? За КТ надо платить, за Тянку тоже. Боже. Чё это был? А, понял. Мишки Тян страшная, опасная девушка вообще. С горячим нравом. Вы просто не шарите за Мишки Тян. So it is where many things come to settle. Лаваш свидище, походу. Какого часа стримить будешь? Сейчас через еще полчасика. Ты спать собираешься? Иди уже спать, не надо ждать, пока я закончу. Еще полчасика и все. На сегодня хватит. Очередной день прошел. Завтра будет следующий. Хорошо, Ятик, спокойной ночи. Пожелайте Ятику спокойной ночи. Ребятки. Спокойной ночи.
спокойных сладеньких снов, мой маленький бебрик. Пусть тебе приснится много алмазиков и много примагемчиков и много вебаксов. Ого. Привет, ДНС, как дела? Fall Guys, да, завтра с утра включу Fall Guys. А Fortnite я вечером включу, после Майнкрафта. Потом вечером... Новый скин? В смысле? Это же Джун Ли. Платиру можно купить в баксы Fort... На... За рубли, что ли? И сколько там стоит? Кстати, можно, наверное, кэшбэком купить, да? Кэшбэком можно купить, по-любому. А ты купил кэшбэком? Нет? Или ты за 1 рубль кэшбэк? Какой кэшбэк? За 1 рубль. Помойку косарь или меньше? На самом-то деле у меня нет ни хрена денег. Мне сегодня один человек задонатил 100 рублей. Это за полмесяца 100 рублей. Эти 100 рублей пойдут на гречку. Прибыль. Какая прибыль? Короче, я шикану, куплю гречки килограмм с маслицем таким обжаренным или с молочком. Работа? Так вот же стрим. Это разве потом не работа? А. Стримы по-твоему не работают, что ли? А что это? Я стиралки чиню и листовки раз даю в день 7к. Ну, ты-то в городе живешь, Флори Мори, а в Москве? А я-то не в городе и не в Москве, так что сравнил тут хуй с пальцем, мягко говоря. Сравнил тут. Флори. Давно рыбу не ловил. Изи. Хоть где-то могу сходить на рыбалку. Как в Москве берут без паспорта на работу? Кстати, да. Хотя студенты уже на листовке берут, по сути. Студентов берут на листовке. Листовки раздавать в такую-то жару.
Дождь. Обожаю дождь. Дать вот 200 под проценты. Но я же не банкт. Не банк. ДНС, а что ты выберешь? 1 миллион сейчас или 1 миллиард за каждое плохое дело? 1 миллион сейчас. My pole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the red rope's power. That's why I loathe crowded areas. А тебе выбор? Ну, тот же самый вопрос тебе, Флори Мори. 1 миллион сейчас или 1 миллиард за каждое плохое дело? Сейчас, ну я тоже бы выбрал сейчас. Я не хочу делать плохое дело, зачем? Меня ж посадят. Один миллион за мат или 100 000 за одну смерть? В смысле? За одну смерть, как понять? Ты о чем? Офигите настроенная, да? Элегантная такая. Да, вообще, я тоже. Видно, да? Вообще такие бупсы прям. О, вот так вот норм. Охренеть, вот это вид. А ну-ка руки на стол. Сейчас экраны запачкаете. Еще. Если бы было что-то тянок или 100 лярдов, или Шрек, то Шрек фан лав. Да, Шрек тебя будет каждый день ван лав. Намазывать тебя там чем-нибудь. А, я не успел. Шрек будет тебе каждый день, валлаф, прям вообще. Обмазывать тебя чем-нибудь вкусным. A good way to not get my clothes dirty. Я знаю, куда можно сходить. Сейчас покажу вам кое-что красивое на ночь. Сюда. Сиси, возможно, maybe. Сейчас посмотрим, что получится. Самый токсичный человек на стриме. Сейчас или вообще был? Вообще был самый токсичный, это Эрен Йегер был.
сейчас, по-моему, нету никого. А сейчас что с ним? Наверное, надоело. Не знаю, что с ним. Сейчас лев. Ну, лев не такой токсичный. Он просто избалованный маленький мальчик. Попу, ну да, да, ты шаришь, Флоримори шарит. Ой-ой, что-то никак не получается. This is Милфа, да, Шеньха Милфочка. Флоримори, наверное, у тебя, наверное, уже Докимакура с ней есть, да, по-любому. Блин, она слишком высокая, длинная, короче. Поэтому она не залазит, походу. С ней надо постараться. Она не спишь, понял? Самый токсичный леваш рос, он такой токсин скопировал. Пипец, как ему не стыдно. О, почти получилось. Как тебе такой вид, Флоримори? Как тебе такое? Пристраивайся, ты же хотел. Блин. Пожалуйста, наверное, уже там все уже залил, да, весь то, весь экран. Белым-бело, понятно. Ума. Ля какая. Так еще лучше. Идеально. Ох, блин. Да. Такое вообще. Грех не жахнуть. Смотри, как она умеет. Офигенная. Да, то бюджет и много чего пропустил. Нет, она слишком высокая женщина, милфочка. Да. Это в шоке. I think we can all learn something from the assumption that every person has somewhere to call home is naive. Is my need in the mountains alongside the birds and beasts. Transfiguration. У меня есть и насчет Фулгайса какая. Наверное, теперь у каждого есть Кадзуха, да? Как вы думаете? Лобби как в форте, там есть творка, что ли? На больное даешь, в смысле? У тебя нету Тобиджи? Почему? Почему ты не хочешь?
Что, нехай стало Сяо. А если использовать Сяо и прыгнуть? Не нужен? Почему? Тебе что, не нравится все? Ой, Кадзуха. Да блин, я путаю уже, я уже засыпаю, тут лежу. Получается 50 на 50. Интерес к нему. Ну ты понимаешь, что у тебя было 50 на 50 всего лишь. Ну вот. Я вот себя укрутил. Мне выпало моны S2, S1. Потом я дальше крутил. Вот у меня гарант выпал. Все. Вообще бесполезный персонаж в Геншине. Самый бесполезный персонаж. Как бы вы его не любили, но все равно. Там можно лобби создать, и там будет код его надо вписать. Понял. Ну, я знаю, что тебе нравится, но мне не очень. Мне нравится Эола. У Элины была Эола. Теперь она не играет вообще, по-моему, да? Эола топовая тянка. С большим физуроном. Да. Только Шинихэ на стопы саппорт и все. Постоянно нужен хиллер, понимаешь? А за Кадзуху можно соло тащить, не тратя время на переключение. ДНС, я тебя люблю, мой хороший. ДНСик, по-моему, ДНС зовут Егор. Я забыл. Хорошая работа, Олег. Окей, окей, как скажешь. Ты не пачку Сяо, Беннет, Барбара, еще кто-то. Сяо, Беннет, Барбара. Хорошая пачка.
Два хиллера. У тебя, наверное, хиллера не хватает, да? Оценки. Оценися. Покупай за баллы. Ха. Сяо Беннет Джин С4 или главный герой, или Сахароза. Ауч. Еваем лучшую женщину в Геншине, не выйду, не берем. Почему? Почему Бейдоу не берем? Погоди, чел, не видишь, я занят. Ты не видишь, я файчусь. Когда стану АФК, тогда и чекну. Алло. Нина Бейдоу. Классика. Нина и Бейду. Кстати, у меня Нина С6. И Бейду тоже С6. Может, волчью погибель Бейду отдать и мейнить? Нингуан и Бейду. Или Синсю еще. Предачу. Короче, долго нужно пить гидру. Тут нужен бидро. Бидро, бидро. Где бидро? Вот он, бидро. Где же наш бидро? Сюда. Так, что там? Кого тебе посмотреть? Ты кто у меня? Ты у меня... Ты у меня... А ты у меня в друзьях их есть? Флори. Гамбит Сильвер, где ты? Кека С3, Казуха 79, Клис 11, понятно. Сяо Ник Сэнпай. Так ты у нас Сэнпай, о май гад. Ну и где ты? Тебя нету, а вот ты. Ну ты гений, конечно, вообще идеальный человек на земле, величайший, прям из гениальных, прям ты прям вообще супер-пупер человек. Да ты Илон Маск, ты даже выше Илона Маска, Гамбит Сильвер, если кто это знал. Ты прям величайший ум человечества. Мне кажется, когда комета будет подлетать к земле, то
Гамбит Силлер нас спасет всех. Да, надеюсь, всем все понятно. Удачи. А, Сетю. Синяк. Я тут подумал, значит, Бейдо надо отдать Волчу. Волчу погибель. Бейдо будет у меня супер соснотянка теперь. С Волчу погиблю. Тогда Метеорит офигеет от моей игры, Форти испугается и летит. Согласен. Я сам в шоке иногда. Что поделать? Идеально. Из-за пинга я тоже. Что поделать? Будет не завтра Геншин, что? Красивый же, да, Бейду? Кому нравится Бейду? Мне тоже бупсы такие хорошенькие. Почему не будет? Tactics, Майнкрафт и Майнкрафтер Фирамир. Это же Бебра 228, о май гад. Какая честь. А где скрипочка? Фулгайз будем с челами или с флойерами. Завтра посмотрим, я же не знаю как там. Я же не знаю как там, завтра и посмотрим. Народу с утра мало. Ну и что? Кстати, вы знали то, что Бейдо единственный четырехзвездочный персонаж, двуручник, который при заряженных атаках бьет как пятизвездочный персонаж. Откуда БП Фулгай, знаешь? Нет, не знаю. Посмотрим на четырехзвездочного, как он будет заряжен атаки. Вот они крутятся, короче, другие, остальные просто тупо крутятся. Бейду как пятизвездочный. Сейчас на Делика посмотрим.
Вот видите, пятизвездочные, как делают. Сдачи. Что покупал? Майнкрафт? Да, я покупил Майнкрафт на PlayStation. Что? Я тебя очень люблю за то, что ты есть и играешь со мной. Я рад тебя видеть. Ой, Флори Мори, ты мой пусечка. Как приятно. Ты даже не представляешь. Я тебя... тоже люблю, мой хороший. Ты самый лучший фортнайтер, гениальный человек на этом свете. Без тебя мы пропадем. Я, наверное, буду заканчивать. Я пойду умоюсь и лягу спать, потому что я устал. Бы так сказала ему, задонить 100 рублей. Go рейд на кого-то. Давайте посмотрим, на кого хотите рейд. Кто сейчас из знакомых стримит. Сейчас посмотрим. Эвилон, бустер, пятерка. Энтента, давайте на Энтенту. Сейчас на Антенту пойдем к этой милой фортнайтерше. Кто?